Я раз первый раз в Праге. Не поеду сразу на трассу. Чуть-чуть шлурнусь по городу. Очень любопытно настало. Вечером ничего не рассмотрел, а днем тут эта речка совсем другая будет. Я потом сниму, покажу. Все. Даже зеркало для велосипедиста есть. Смотри. Спускаешься. Вон, смотришь на зеркало и едешь туда. Охуеть. Все для людей. Еду по пражской велодорожке. Вон пизда зашла. Попал. Напугал. Напутана. Ночная бабочка, куда смотрел отец? Чтоб мой велосипед, навигатор так жил, какой он, сука, маршрут. Ёб твою мать. Я в этом. Это я в Праге в какую-то жопу залез. Вот. Вот так вот. Ай, Сашка молодец, а? Красавец. Короче, вот это табло показывает скорость движения встречного и, на, короче, реагирует на скорость, паскуда. Я не сразу вкурил, что за херня. Обача. Оно вообще следит за мной. Чувства такие интересные. Я вот говорил про то, что мне неинтересно смотреть, меня это не интересует. Оно вроде как бы и действительно так есть. Я как бы ничего не придумал. Но как вот сел, вот вчера гуляли, надоело, все не скучно, не интересно. Сегодня сел на велосипед, еду, короче, такой, и ты знаешь, мне интересно, и я хочу смотреть, и вроде как здорово и красиво, вон, посмотри, как вот. Вот так вот красиво, почему бы не поехать, не посмотреть. Вот. По городу, ну что, по городу бабки надо, по городу хочется тратить. Хочется зайти в каждый бар, что-нибудь выпить, взять, съесть вкусного, там, я не знаю. А вот просто... И самое интересное, что я вот один, и на велосипеде, наверное, динамики добавляет. Ты сам себе едешь, придумываешь... То есть вот я включил навигатор, забил точку там на выезд из города, а он меня какими-то пердями повел, и мне так прикольно. Я даже на навигатора не злюсь, обычно ругаюсь с ним, там, разговариваю, негодяй. Кстати, шоссеры носятся. Вот. А тут... Как-то мне так все норм, и я такой доволен. А вон там, жалко, наверное, не будет видно, через речку. Вон там роллерная трасса, куча роллера. Короче, здорово, можно отдыхать. Наверное, дорого, но все это возможно. Вопрос целей. Вот сейчас на Дрезден поеду. Не знаю, мне, честно говоря, хочется бы еще объездить, как один, так интересно. Так вот и не знаю, как быть. Ну, наверное, надо ехать, потому что дома ждут, дома скучают, вот. Ну, в общем, как-то так. Будут что интересно, еще напишу, а это я пистоп сделаю. Все, пока. Кругом растут на обочине маки. Мечта наркомана. Эх, жаль я не по этим делам. Жил бы тут, булки бы с маком ел.